Друзья, добрый день. 15 мая. Значит, ты всего лишь последние 4-5 дней пришла к нам весна. Значит, до этого момента была просто ужас. Погода стояла ужасная. Пчела сидела по ульям, не работала. Значит, но, тем не менее, несколько семей у меня, на мой взгляд, очень сильные. Ну, по меркам моего региона на данное время, скажем так. Значит, пришлось даже по рамке расплода с каждой семьи, с трех семей отдать и на подселение слабой семейки додановской. Значит так, что делать, собственно говоря, с этими семьями, которые, на мой взгляд, очень сильные и скоро, ну и скоро уже либо в предроевое, либо войдут в роевое состояние. Значит, буду делать самый простой, но, наверное, не самый надежный способ выводы семей из раевки. И заодно воспользоваться хочу в своих целях вот такой вот холодной весной. Сейчас температура под 28, дружно, массово, все расцветает. Даже ива, которая должна была уже отцвести, она сейчас цветет. Скоро зацветают сады. Зацвела уже сморода, черемуха, скоро зацветут яблони, сливы, вишни, прочее, прочее, прочее. И хочу поставить магазины. Плюс скоро подойдет одуванчик, хочу поставить магазин. Значит, для меня, значит, данная как бы ситуация, она нетипична, так как, ну, я не помню вообще, в принципе, такой погоды, такой весны в своей памяти. Ну, будем выходить из этой ситуации, значит, сначала таким образом, то есть магазину и получить какой-то товарный, соответственно, мед. Семьи сильные, расплод засев, 6-7-8 рамок. Сейчас уже должно быть больше печатного. Вот надо будет загрузить пчелу работой. Чем? Отстройкой вощины и работа на нектар. Сейчас у пчелы также идет большое восковое деление, и пчела идеально отстроит корпуса. Ну, давайте гляну сначала, сколько чего и как. И потом поставим корпуса. Недели назад положил овощинку, одну рамочку поставил и положил прополисную решетку. Ну, как видите, уже потихоньку начинает прополис таскать. Прополис, точнее, залепили. Если видно, приливы, то есть пчела уже как заливает нектаром рамки. То есть взяток идет, и взяток очень неплохой. И это только начало. Это я поставил неделю назад лощины. Все оттянуто, матка засеяла. По краям, смотрите, сколько напросто. То есть магазины просто необходимы. Сейчас пробегусь, посмотрю, нет ли маточников, но, судя по всему, не должно быть. Относительно вовремя. Мы в эту семью залезли. Так, нашел матку. Расплод, смотрите, все в напрыске, все в напрыске, просто напрыск. Я такого даже, если честно, не ожидал.
все залито, заливают. Ставим срочно в магазин. О. Думаю, понятно. Вот в таком вот духе все рамки. Вот как раз начинаются ниточки. Но пока без яиц. Так что я думаю, мы поставим магазин. Все будет хорошо. А дальше буду. Ну, покажу. В этом году планирую либо не рамочно расширять, а корпусами сразу задануть. Чтобы упростить себе задачу. Нет времени на все остальное. Бегать порамочно, каждую неделю поднимать, хочу бахнуть сразу корпусами. Я так уже пробовал, делал, в принципе, мне понравилось, так что. Что-то похожее на метод Демари или Демари будем применять. Ну вот смотрите, видите, все в эфире, в расплоде и в напуске. Там вот рамка какая-то. Таким вот образом лощинка в перемешку с сушью. Пчела работает, нектару, как видите, тянут много, расплод за всех ест. Ну, то что надо. Такие вот дела. Пленку заменил на холстики, ну просто потому что сейчас идет взяток, проще будет пчеле выпаривать лишнюю влагу. Поэтому пленку убрал, положил под охол. Все, пойдемте дальше. Все такие вот у меня семьи.